Уцелинь – один из кадровых работников по делам охраны памятников культурного наследия в управлении культуры в уезде Цинъюань провинции Чжэцзян. Его жизнь тесно связана с охраной местных крытых мостов. Именно поэтому в течение последних более чем 10 лет Уцелинь находится в плохом настроении. В 1995 году мост Мангьи, существовавший 1000 лет, превратился в залу при пожаре. До сих пор этот мост не был перестроен из-за двух причин. Первая из них связана с денежными средствами, а вторая причина вызывает еще большую тревогу и беспокойство у Уцелиня и других местных ученых. Прошло более 900 лет, как арочные крытые мосты из дерева были обнаружены в горном районе провинции Фуцзянь и Чжэцзян. Цинъюань – первый уезд по количеству сохранившихся крытых мостов в Китае. Здесь находится почти 100 крытых мостов, построенных в разных стилях. Число мостов, возведенных в период правления династии Сун, входят мосты Путянь и Шуангмэнь, имеющие приблизительно тысячелетнюю историю. Они были построены на 100 лет раньше, чем мост Хунцяо, нарисованный на свитке по реке Бьенхэ в день Цинъюань. В период династии Юань были построены мосты Мангюй, Байлупин и Юнгуй. Остальные мосты были возведены в период династии Мин и Цин. Существующий до сих пор арочный крытый мост из дерева Жулун был построен в 1625 году. Мост, имеющий вот уже 387-летнюю историю, особо отличается старым стилем периода династии Сун. Мост имеет весьма высокую историческую, художественную и научную ценность. Уезд Цинъюань известен своими мастерами по столярному делу. Многие местные жители зарабатывают на жизнь столярным ремеслом. Одним из них является Ху Мяо. В 16 лет он начал обучаться у своего отца столярному мастерству, чтобы зарабатывать на жизнь этим ремеслом.因为我当时是九七年到成都的，那个时候生活也就是比较简陋的，反正也就是带，都是我们也都是打工为生的嘛，在这里边也就是也家里也反正也带两个小孩，好吧，一个家庭，我们从乡下到县城来吧，我们也就是有时候运气好一点啊，就是工程接得好一点嘛，也稍微多赚几块钱这样子，也就是马马虎虎的，就是也就这么度过了。В настоящее время Ху Мяо стал одним из последователей мастеров по возведению арочных крытых мостов из дерева. Его часто приглашают на постройку крытых мостов. В начале марта 2013 года Ху Мяо принял в своем кабинете гостей издалека. Оказалось, что сичане У Тхуньяна хотели бы пригласить Ху Мяо на перестройку разрушенного местного крытого моста. Это была первая встреча мастера-плотника с представителем упомянутого села. Каждый раз при приеме клиентов Ху Мяо обязательно показывает им модель крытого моста. Он испытывает особое чувство к этой модели моста, ведь это был его первый опыт. 那我们小时候就是去学手艺，学徒的时候呢，我们也看到，就是说那些前辈的那些老师傅，他们留下这些桥上留下名字嘛。那当时我就考虑到说，也许我也要再把这个手艺学好了以后，到时候可以在这个桥上留一个很好的名字留下来的呢。 В течение долгого времени мечта о строительстве таких мостов была скрыта под давлением реальной жизни, отчего она разбилась на мелкие кусочки и осталась в самой глубине души у Ху Мяо. Однако версия о перестройке крытого моста вновь зажгла у мастера огонь мечты. 当时我只是知道一座桥，听到这个信息，但是这个桥在哪里做我也不知道。当时我只是把这个听到这个信息以后，拿到这个蒙特桥的资料，做了一个模型开始。
这个就是我们曾经用来就是搭建这个木拱桥的简单的一个结构图的用的呢。这里我看一下，大家也看一下哈。 Хумяо надеется, что его попытка станет поворотным пунктом в его жизни и раскроет тайну создания крытых мостов. Это проектная схема, выполненная Хумяо в том году, когда в течение 9 месяцев он только и работал у себя дома, где выполнял многократные расчеты и занимался экспериментами. 我当时那个乔木也就是在我们县城这里安装的时候，当时也在那里光安装就装了这个七天七夜吧，我自己一个人在那里守着了，一边做着一边守着，就是也在那个外场地上嘛。那么我到他家的时候，他 妈妈跟我说，他想为了这座桥，有的架没得架，他那个胡苗，他的儿子简直是哭了好几个夜晚。那么我觉得这个小青年确实这种精神打动我。Именно в тот момент Учирин принял решение передать этому молодому плотнику все свои знания, связанные с секретами строительства крытых мостов. По мнению Училиня, Хумяо было под силу стать хорошим конструктором по возведению крытых мостов. Первой задачей, которая оказалась перед лицом Хумяо, был расчет материалов для построения моста. 这个本问题就是说，那个计算的准确不准确一点？那么后来架上去的话，你要是刚才说沉没要是不紧密，那么这个就寿命不长，因为架在河床上吧，风吹雨打的时间多，刮风的弄得不好，这个桥会倒掉。 Хумяо окончил лишь неполную среднюю школу и не овладел специальными строительными знаниями. Но он всегда стремится к владению профессиональными навыками. В ходе повторного расчета Хумяо обнаружил новый, точный и быстрый метод с использованием тригонометрической функции. Таким образом, ему удалось в течение самого короткого времени рассчитать параметры арки моста. 哦，是这样子是吧？我问一下你们那里，因为现场我们没去，大概你们估计那个桥的河床大概是有多少米左右？我们相距可能是二十五六米吧。二十五六米是二十五米左右的那个是，这么一个数据。那平时的水位是下面是也有大概有几米啊？就最大的水位。从历史上这几年下来啊，最高的呢可能是两米二。两米二。 我把你先核算一下具体有些呢，就是当时的也估计，看一下就是说需要的那些材料，都是木料，За 10 минут Хумяо удалось собственным способом выполнить расчет всех данных, связанных с объемом древесины для установки опор арочного моста. Хумяо научился применять программу для просмотра рельефных и геоморфологических карт. Он научился получать точные данные для строительства. 就是选项的话呢，就是这个，就是选地，我们是从地图上，就也从网络上也可以看到。这地图上可以就是找个方位点，走线，我们就可以定它的方位点是多少多少。
В 2010 году сельчане собрали достаточно денег на постройку моста Мангюй. Они обратились за помощью к Куцилиню, по рекомендации которого Хумяо стал главным конструктором этого строительного проекта.另一个的话呢，我觉得建桥这个钱怎么样？这些钱都是老百姓捐款，这个是血汗钱。那么，人家这个掏钱是掏腰包慷慨解囊的钱，这种是血汗钱，所以我觉得一分钱就一分用。假如在第一次失败的话，也可能是一个终身遗憾。 На следующий день Хумяо встал утром очень рано. Как главный конструктор, он должен был подняться на гору Цяошань для выбора лесоматериалов. На горе растут главным образом ели, которые предназначены для строительства или реставрации крытых мостов. Поскольку арочные крытые мосты из дерева постоянно подвержены воздействию водяного пара и тумана, следует быть очень разборчивым при выборе лесоматериалов. Как правило, стройматериалом должны быть старые ели, растущие на южном склоне горы. Таким деревьям свойственно противогнилостное качество, что способствует продлению срока службы крытых мостов. Отобранные ели были перевезены на завод по обработке древесины. В качестве главного конструктора Хумяо должен знать назначение и размер каждого куска древесины. Здесь каждая деталь оказывает влияние на судьбу будущего крытого моста. Местонахождение и глубина каждого шипа, а также размер каждого древесного гнезда могут определить судьбу и прочность крытого моста. Впервые, будучи главным конструктором, Хумяо лично выполнял каждое звено работы. Он хорошо знает важность этой процедуры, которая на первый взгляд выглядит очень легко и просто. 就是我们松叶的尺寸跟这个松桃的几个呢，这大小肯定要是一对一的了，才能够既能够达到这里面的那个准确度，能够到位，又不能松懈这样子。 После завершения обработки всех материалов надо было выполнить их сборку. А для этого, согласно местным обычаям, необходимо выбрать счастливый день. В 6 часов утра 17 декабря 2010 года, что считалось удачным временем, официально началась сборка моста Мангюй. 杀个多祭祭河，就是说，以前是有传说中有一个河神嘛，河神作为也就是说，就祭祀一下呢，让他呢就是说给我们在造桥过程中呢，保个平安哈，这样子呢，我们能够平平安安的把这一座桥做下来，不要发生什么其他的特殊意外，这样子，就是向请河神保佑啊。我们要造桥了。 在乡间就是比较大的工程，它对自然地貌的有一定的破坏性。那么，怎么样能够求得人与自然的和谐呢？通过这些一系列的仪式，展示我们，只为了求得人间的交通，求得山神的原谅。 В ходе жертвоприношения прошла процедура под названием фатшуй, что означает поклонение покровителю плотников Лубаню. После завершения этого ритуала сборка крытого моста официально началась. Прежде всего следует выполнить сборку и установку арочной части крытого моста. Основная конструкция арочной крепи выполнена из нескольких связывающихся друг с другом элементов, таких как трехчастный свод, стойка под названием столб генерала, пятичастный свод, перекрещивающий свод в виде ножниц, свод настила моста, поперечная перекладина быка моста. Трехчастный свод, который является первым комплектом элементов арочной цепи, устанавливается впервые.
По ширине поверхности моста следует выбрать в качестве продольной балки от 7 до 11 старых елей, растущих на южном склоне горы. На одном конце свода нужно создать шипы в виде ласточкиного хвоста, которые поддерживают поперечную подставку, размещенную на каменном быке моста. На другом конце свода нужно сделать замки с прямыми шипами, которые соединяются с главной квадратной поперечной перекладиной, изготовленной из айланта. Перекладина отличается прекрасной эластичностью и упругостью. Таким образом формируется трехчастный свод с наклонным видом. Подобная конструкция должна быть выполнена и на каменном быке на противоположной стороне моста. Между этими двумя сводами следует подготовить одинаковые по количеству поперечные балки, которые должны быть забиты шипами в форме ласточкиного хвоста сверху вниз в поперечную перекладину быка моста. Из этих двух пар наклонных и поперечных сводов формируется конструкция трехчастного свода, похожая на дугообразный иероглиф «Ба» — 8. На двух концах трехчастного свода, размещенных на предмостьях, следует установить на каждой стороне по одному столбу генералу. Между двумя столбами добавить поперечную балку, от чего формируется угол с трехчастным наклонным сводом. На этой основе можно уже выполнить чередующийся пятичастный свод. Наклонный свод, маленькая балка для быка моста и поперечный свод должны быть соединены друг с другом одинаковым методом. Используя древний метод, Хумяо готов размещать главную поперечную перекладину на местоположение, ориентировка которого была определена в результате расчета. После этого подошла очередь установки трехчастного свода в арочной части моста. С использованием катящихся бревен рабочим удается разместить один конец наклонного свода на местоположении главной поперечной перекладины, где потом была выполнена сборка другого конца свода с шипами, а первоначальный конец медленно опускает вниз. После выполнения сборки трехчастного свода на каждой из обеих сторон должны быть подняты по нескольким стойкам, которые называются «столб-генерал». Сегодня Хумяо намерен выполнить эту задачу.组装的时候，老百姓在那里，调查大家都来，好多人的。那么大家在那里呢？正在那天要是在那里建桥很累，大家都很满意的。要是不他那都组装，马上就装回去的话，装上去的话，那大家那天树上干了活，心里面就是不愉快的，就知道这个制作建筑寿命不长会长了。这个是在光天化日底下。 这常年累月都是要被这个风吹雨淋被讨厌的吧？那么出于这种情况，老百姓是很清楚的。Установка была выполнена очень быстро и легко, значит, шип и гнездо были закреплены не так тесно, как надо. Тогда арка моста будет легко менять свою форму и не будет прочной. Конечно, они также не должны быть закреплены слишком плотно и неразрывно, что, возможно, приведет к искривлению арочной крепи и сокращению срока ее службы. Для завершения сборки трехчастного свода необходимо установить в самой середине моста одну балку, которая называется арочной балкой. Следует выбрать для этого ту ель, которая растет на южном склоне горы. Она не должна быть слишком старой или молодой по возрасту. Установка арочной балки выполняется обязательно в предварительно выбранный счастливый день.我们当时喊了一个，就是一些也是吉利的吧，就是我们传统的，就是我们鲁班师吧，所以是鲁班徒弟，就是给我们也要给这个场地呢说一句吉利话嘛，给他风调雨顺啊，好国泰民啊，这些好大吉大利啊，大兴大发的这些词句。
При завершении установки трехчастного свода надо устранить подмостки. Далее следует монтаж пятичастного свода, который будет выполнен на только что размещенном трехчастном своде. В этот день на строительную площадку пришел и отец Хумяо, который всю жизнь работает плотником. Он прямо-таки вспотел от волнения, ведь сын первый раз строит мост. Однако в день установки все-таки возникли непредвиденные обстоятельства. Пятичастный свод никак не устанавливался надлежащим образом. Хумяо не понял, в чем проблема. Тайна арочного крытого моста из дерева, который долговременно пересекает берега реки, состоит в закреплении каждого деревянного шипа с гнездом и степени плотности их соединения. После установки пятичастного свода следует монтаж перекрещивающего свода в виде ножниц, который играет роль в прочном закреплении арочной крепи по продольному направлению и в предотвращении вибрации конструкции влево или вправо, а также в укреплении стабильности моста. В этой стадии работы используется для дальнейшего укрепления элемент, который называется в народе как «нога кузнечика». Спустя полмесяца была полностью установлена арочная крепь моста Маньюй. Теперь Хумяо и его коллеги должны выполнить задачу по прокладке настила моста. До этого они уже приступили к постройке крыши и стен, находящихся над арочной крепью. Для строительства галереи крытого моста используются обычно 4 столба и 9 поперечных бревен, раскос которого выполнен в форме поднятых балок. Такой раскос называется одним набором, в состав которого входят такие элементы, как столб-выступ, золотой столб, опорный брус, поперечный брус, внешний опорный брус, ферма, брус на свайном основании, криволинейный брус, коньковая балка и так далее. Стойки, установленные возле мостовых балок, называются столбами-генералами. Крупные и прямые, они соединяются внизу с деревянной арочной крепью. Между двумя соседними наборами используются для соединения такие элементы, как коньковая балка, балочная ферма, поперечный брус, низ брус, квадратный брус и так далее. Карниз над галереей является двухслойным с поднятыми углами или нависающая скала с загнутыми углами крыши. По обеим сторонам галереи используются плиты с защитой от дождя и ветра. Через 3 месяца строительство галереи подошло к концу. Осталась лишь установка самой важной сводчатой балки, которая является главным прогоном моста. Согласно местным обычаям по возведению мостов, лесоматериал для изготовления прогона можно срубать только в счастливый день. Ранним утром Хумяо вместе с другими мастерами поднялись на гору, где собираются рубить дерево для изготовления прогона. Thank you.
是叫把你放掉，要么你那个长城鸟这样子来定下去。Этот день имеет особое значение для Хумяла. Наконец-то сбылась его давняя детская мечта о том, чтобы собственное имя вечно осталось на крытом мосту. В день установки сводчатой балки был устроен банкет в честь этого события. Цель подобного мероприятия состоит, во-первых, в праздновании успешного завершения строительства моста, а во-вторых, в выражении признательности мастерам по возведению моста и всем тем, кто пожертвовал средства для выполнения этого проекта. Осенью 2011 года, то есть через год после начала строительства, мост Мэнъюй был сдан в эксплуатацию. Люди один за другим принесли жертвы в честь новопостроенного моста. В один прекрасный день новопостроенный мост Мэнъюй встретил особых посетителей. Это были преподаватели и студенты строительного факультета университета Лехай в штате Пенсильвания, США. Увидев, что китайские мастера прокладывают плиты моста, преподаватели и студенты Лехайского университета сразу приняли участие в этой работе. Но они не знают, что именно из этих природных ресурсов формируется волшебный водонепроницаемый слой моста. После прокладки деревянными материалами настила моста нужно еще использовать такие предметы, как листья индокаламуса, древесный уголь, мелкий песок, гальку, чтобы укрепить водостойкость настила моста. Это позволит мосту быть целым и невредимым даже через несколько сотен лет.